Коллекция «Эншант». Ковры ручной работы, сотканные в Индии плотностью 300 тысяч узлов на квадратный метр, при ткачестве используется особенный персидский узел, высота ворса 9 мм. Весь орнамент выполнен из мерцающего шелка, который объемно выступает на бархатистой поверхности шерсти. Благодаря высокой плотности каждая деталь выполнена с большим мастерством и точностью, а сочетание фактур создает удивительный живой эффект. В отличие от аналогичных коллекций, каждый цветок и стебель в орнаменте ковров «Эншант» выполнен с использованием большого количества оттенков. Подобные ковры в XIX веке украшали поместья и дворцы в Англии, где всегда ценились прекрасные, утонченные вещи. Ковры «Эншант» и сегодня не потеряли своего исключительного шарма и прекрасно будут смотреться как в классических, так и в современных эклектичных интерьерах. Например, в стиле лофт, создавая выразительный контраст брутальным элементам архитектуры.